Сегодня мы на производстве лаковой миниатюры в селе Федоскино. К сожалению, сейчас производство не работает, все на выходных. Вот, но экскурсовод Ирина Михайловна расскажет нам, как делаются непосредственно формы. Я, например, всегда думала, что их делают из дерева, как оказалось, что форму для шкатулки делают вот из такого папье-маше. Это картон вперемешку с клейстером. Представьте, его делают из муки или заваренного крахмала. Как только форма схватится, заготовку разделят на ленты и заматывают на шаблон. Форма деревянного шаблона, она соответствует форме будущей шкатулки. То есть в дальнейшем это какая будет шкатулка? Вот тогда прямоугольная с заваленными углами. И вот таким образом полоску за полоской мастер навивает на шаблон. Это может быть до 25 полосок картона. Попробуем. Мастер плотно это делает, но здесь да, конечно, мужчина работает. И когда бумага-то, она в клейстер, она размягчается, да? После заготовку отправят под пресс и на просушку на целый месяц. Форма схватится и превратится в монолит. И это только первый этап производства. А это уже другой цех, но в том же здании, но тут какой-то абсолютно специфический запах. Чем это пахнет, для чего это? Это запах льняного масла. Вот в этом чане находится льняное масло, в котором мы и провариваем вот эту форму. Технически очень похоже на приготовление картошки фри. Принцип одинаковый. А уже после льняной пробирки мы достаем форму, в идеале она, конечно же, должна быть такого поджарого шоколадного цвета, коричневого. Мы эту форму на 2 недели кладем в такую специальную печь, закрываем и выставляем в тепловой режим на 100-120 градусов. В жаркой печке протопили, и получилась форма очень прочная и твердая, но в то же время она податлива столярной обработке. Дальше мастер эту форму распиливает на корпуса, вот они, корпуса будущей шкатулки, да, потом приклеивает донышко, крышечку делает. После шкатулку красят из поливизатора, и за работу берутся мастера своего дела – федоскинские художники. Они, кстати, работают посменно, поэтому их ремесло нам удалось снять, что называется, в натуре. Роспись искусства тонкая и кропотливая. На покраску одной шкатулки может уйти больше месяца. Работают мастера в основном масляными красками, сусальным золотом и даже перламутром. Только после того, как художник закладывает сюда свою идею, прикладывает свое мастерство профессиональное, только тогда шкатулка становится по-настоящему ценной. Как утверждают сами экскурсоводы, да и вообще художники, сама по себе шкатулка, она не представляет никакой ценности. Но только после того, как мы ее распишем, после того, как ее покроют лаком и отполируют, эта шкатулка станет настоящим произведением искусства.